В Люберцах работает пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донецка и Луганска. Он расположен на базе местного отделения партии «Единая Россия». Уже больше недели жители городского округа приносят в координационный центр товары первой необходимости. Подробности в сюжете моих коллег. Канцелярия, книги у нас будут лежать здесь, здесь у нас игрушки, они здесь лежат. Заниматься такой работой Матвею Смирнову не впервой. Несколько дней назад парень вернулся из Ростовской области, разбирал гуманитарный груз и помогал беженцам из Донецка и Луганска обосноваться на новом месте. В родных Люберцах волонтер тоже не сидит на месте. Сегодня важно помогать друг другу. Моя задача сейчас в том, чтобы расфасовать все по коробкам, где крупы, туда крупы, где масло, туда масло, запаковать и в дальнейшем уже помогать к отправке. Пункт сбора гуманитарной помощи находится в здании местного отделения партии «Единая Россия». Вещи и продукты, собранные в Люберцах, отправляют в Реутов. Оттуда ценный груз доставляют к месту назначения. Скоропортящие продукты не рекомендуются. Там, ну, из серии то, что может не доехать до Ростовской области, до Донецка и Луганска, тоже не рекомендуется. Вещи, естественно, только с бирками. Приносить можно предметы личной гигиены, сахар, воду, крупы, макаронные изделия, консервы. Жительница Люберец Зинаида Алексеенко передает маленьким жителям Донбасса и Луганска одежду и книги. В Яндексе задала вопрос, где у нас в Люберцах находится сбор помощи. Жалко все поедино. Желающих помочь очень много. Кроме жителей округа, поддержку людям, которые вынуждены покинуть свои дома, оказывают люберецкие предприятия. На пункт сбора периодически приезжают грузовики с гуманитарной помощью. Люберчане не только приносят вещи и продукты, но и помогают упаковывать их. Миссию волонтеров вызвались выполнять и представительницы Союза женщин России. Пришли не с пустыми руками, принесли 15 килограммов сладостей. Мы с подругой, когда встречаемся, потому что есть когда много вопросов, всегда любая проблема и какой-то вопрос можно решить за чашкой чая. Поэтому мы желаем всем людям, которые оказались в трудной ситуации, иногда просто успокоиться, сесть, заварить себе чай и попить чай со сладостями. Не осталась в стороне и депутат Московской областной думы Лидия Антонова. Она выразила люберецким волонтерам и жителям благодарность за активную гражданскую позицию. На самом деле сейчас такое время, когда самое главное – это взаимовыручка, взаимоподдержка. И уверенность в том, что мы делаем все правильно, и в этом мы победим. Пожелаем всем, чтобы все были живы-здоровы и чтобы был мир. Это уже четвертая партия гуманитарного груза от городского округа Люберцы. С 24 февраля муниципалитет передал десятки тонн помощи жителям Донецкой и Луганской народных республик. Узнать список допускаемых к отправке вещей можно по телефону, указанному на экране. Луиза Егиазарян, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.